12 октября 2022 года. С утра я очень торопилась на работу, поэтому ничего не сняла. Короче, ребята, это дурдом. Полный этаж людей, воды нет. Вы можете себе это представить. А люди вот по 7 месяцев просидели на удаленке. Теперь все вернулись. Короче, начинается проблема там же открыть почту, другие пароли, не работают какие-то там программы. Короче, полный дурдом, неразбериха такая, кто что там делает, кто что там ставит, куда ставит. Короче, просто жуть какая-то, вообще непонятно. И мне тоже очень интересно, что будет с соцсетями этими официальными и с сайтом, потому что если раньше как бы обеспечивали круглосуточное выкладывание информации, новостей, нет, то теперь все будут работать с 9 до 6. Монтажеры тоже работают с 9 до 6. Вчера присылаю что-то, а мне начальник отвечает, говорит, а все, монтажеры до 6 работают. Вечером их теперь нет. Короче, полный капец, короче. Неразбериха совсем. Нас продолжает периодически бахать. Ну, все это кировский сегодня под сильным обстрелом. Киевский, куйбышевский. Короче, переходный период, ничего не работает. Все какие-то вот эти вот профильные там пенсионные, соцобеспечения, короче, никто ничего не знает, когда оно все же заработает. Вроде бы вот открылись вот эти мои документы, но они тоже еще не работают. Ну, то есть они не знают, как работать, потому что ты туда приходишь, паспортный стол, а они ждут указаний. То есть ничего не работает. Вот просто абсолютно. То есть, например, прием документов на паспорта ДНР приостановлен. Все, их теперь уже выдавать не будут. Вроде бы те, которые там подали раньше, вроде бы их сделают, отдадут людям. Ну, похоже на это. А вот теперь, по идее, должны начать прием на российские паспорта. Но они этого не делают, потому что ждут распоряжения сверху. Короче, полный дурдом и неразбериха. Вот просто... просто какой-то невероятный кошмар. И когда это все заработает в привычном режиме, непонятно. Потому что вот я разговаривала у нас в опеке с начальником опеки Ворошиловского района. С учетом того, что сначала был переход с украинского, да, вот на законодательство, на законодательство ДНР. И законодательство ДНР составлялось из кусков украинского и кусков российского. Вот. И все вот эти вот 8 лет, оттуда кусок, оттуда кусок, оттуда кусок, все это абсолютно не согласовано. Ну, короче, кое-как оно работало. То есть работали по старой памяти того, что было при Украине. И тут вроде там что-то немножко поменяли под Россию. Вот. А что теперь будет, они не знают. Сама начальница отдела опеки Ворошиловского района мне говорит, мы вот просто, даже вот те документы, например, там они приняли, потому что, какие-то под опеку, там кто-то там, берут же детей под опеку, там родственники, все. Мы, говорит, ничего не можем сделать. Никакие ни суды, ничего, короче.
ничего это не принимает. Он куда говорит, мы не сунемся, все, мы везде отворот, поворот. А сегодня появились новости, что наших сотрудников, которые работают в соцслужбах, отправили на повышение квалификации. И до 14 ноября у них будет повышение квалификации, то есть они будут разбираться с российским законодательством. Как и что им теперь делать, и как защищать права детей. Ну, это в первую очередь. И кроме прав детей, у нас же еще есть права взрослых, а еще у нас есть армия и наши мобилизованные. Местные, вот, потому что у нас неразбериха была даже тут, на месте, потому что там не выплачивалась зарплата, они там как-то не регистрировались, не фиксировались, а кто-то являлся мобилизованным, кто-то добровольцем, и, короче, у них всех были, короче, разные и зарплаты, и все вообще, короче, все разное, совершенно непонятно. Люди ругались, потому что пошли мобилизованными, их переписали на добровольцев, документы, там договоры куда-то специально теряли. Вот. А сейчас это все должно перейти на российское законодательство, это должна быть российская армия, как это будет делаться. Я представляю, что там еще творится. Потому что мне пока напрямую спросить не у кого. Мои родственники и знакомые, они сейчас либо на фронте, либо в больницах, и как бы, ну, не до этих документов и не до этого переходного периода. Ну, короче, полный завал. Ну, зато насчет налогов. Налоговая система работает просто отлично. Потому что в первую очередь сразу все быстренько перешло на то, что у нас новая система налогообложения, ну, российская. И там все это заметно усложнилось. Вот так. Вот такие дела у нас по законодательству. По работам министерства тоже вот это сейчас же всех обязали сделать официальные соцсети. И теперь у каждого министра, замминистра, начальника своя соцсеть, у каждого главы района, города тоже своя соцсеть. И все это как-то должно работать, и все. У всех пресс-секретарей и открываешь, короче, новости, и там просто невозможно. Зато всякие вот эти вот Минтруда, еще чего-то, они каждый день там присылают такие простыни новостей, которые никто не читает. Но зато оно есть. Сам факт, то, что ты там что-то должен делать. То же самое, например, и в школе. Обязательная там соцсеть, куда там... Вот у нас, кроме WhatsApp, куда там учитель выкладывает домашние задания, есть еще группа ВКонтакте. Туда там все выкладывается. Обязательно. Не, ну какие-то такие разговоры, ну все это в WhatsApp, а все задания, всякие интересные вещи, все вот внеклассная вся работа, все это в
выкладывается в контакт. Все, а еще вот это вот олимпиады, которыми завалили наших детей, кроме того, что задают постоянно целую кучу домашнего задания, которое дети просто не успевают сделать. Еще есть олимпиады. Если раньше на олимпиады посылали на тех, кто отличается какими-то знаниями, то сейчас в олимпиадах принимают участие все. Все желающие, все подряд. Могут, не могут. Вот. Вот так. А, еще конкурсы. Вот куча конкурсов. Обязательно нужно собирать портфолио в школьник. Я уже начала собирать все эти дипломчики. Сейчас, ну, их так не выручают, ты теперь идешь и сам распечатываешь. Потому что если не будешь еще так делать, то тоже могут быть вопросы у школы. Так хотя бы этими дипломами и участием в конкурсе можно отвязаться. У Алекса в эти выходные, в эту субботу, будет он делать олимпиаду по экологии. Что-то, короче, какая-то такая. Такие последние новости. Есть какие-то прилеты. Я не пойму, где. Сбегала, получила воду. Прямо какая-то тут. Смотрите, что это было. Так и живем. Завтра, скорее всего, придется без воды остаться. Потому что я не успею во все места за свой перерыв. Людей на улицах немного. Все в основном дома сидят. Не знаю, как там дальше будет. Ну, сегодня не сильно много людей, прям, да, видно было. Машин много. Даже небольшая очередь за водой была. Наш крытый рынок. Видите, автобус, все как обычно. Закончилась моя рабочая смена, а теперь я буду слушать вебинар по возрастной психологии. Заодно сейчас буду проверять домашнее задание Алекса. Я сегодня отработала днем смену, чуть раньше домой отпустили, и я отработала вечернюю смену на одной из соцсетей. И так вот будет в течение всей этой недели. Слава богу, суббота-воскресенье будет выходной. Я их уже очень жду. Сегодня только что у нас? Среда? Да, среда. А так уже хочется выходной. Что там, Алекс? Тебя не видно. Давайте я включу. Алекс, забери, пожалуйста, свои игрушки. Ну, включай свет, да. Игрушки свои забирай. Так, надо снять сухое белье. Сегодня день воды, надо будет постирать сейчас быстренько. Мама, смотрите, что я построила. Алекс, забирай свои вещи. Мама, смотрите.
Что это? Ага, флажок. Хорошо. Это целые флажки. Флажище. Алекс, забирай свои вещи. Я их тут по регионам, по разным. А очки тебе зачем? Тебе не темно дышать, нет? Это все Россия где-то. Так, собирай, пожалуйста, свое добро. Собирай свои игрушки. Пошли набирать воду. Рюкзак твой что здесь делает? Мама, в комнате опять срач. Очень радостно, Алекс. Собирай игрушки. По телефону, по-моему, можно не прыгать? Бедный и так уже это, того, на ладан дышит. Это мой будильник, звонильник. Алекс, забирай быстрее. Давай. Ключик где ты вытащил? Какой? Это отсюда из Винницы упал. Мама, я хочу посмотреть, что Алекс, там. Не надо его открывать, он, короче, там застрёт. Это... Там лежат документы. Забирай мусор. Метроном хочу я посмотреть. Метроном сломанный. Метроном совсем сломанный. Так, Алекс, забери, пожалуйста, постельный. Алекс! Что у нас тут? Мой ребенок наворотил. Короче, грязная посуда целая куча. Сейчас буду убирать это все. И здесь тоже наворочено. И балкон открыт. Алексу приходится учиться по ночам. Потому что днем он сам ничего не делает. Не хочешь уже? Пиши давай. Чего снимать меня? Вот такие у нас дела. Полчаса ночи. Ничего не хочет делать. Сейчас вот разбирали с ним схемы. Схему он плохо понимает. Сольфеджио он. Палочки написать, и то не написал. Так, две четверти. Здесь половинными нотами, здесь четвертными, здесь восьмыми. Почему не сделал? Непонятно. По клеточкам. Медленно найду. Клеточкам вот тоже никак не продвигается дальше. А с математикой это вообще без золотой багряной. А почему ты здесь не стал писать? А что это 5 плюс 1 плюс 1 плюс 1? Это не будет 5 рублей. Один, 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 еще один. Ну так один, а здесь у тебя 5 написано. Неправильно, не выполнил домашнее задание. Мама, это неправильно, потому что, ну извините, но здесь... я вот это вот, ну это же плюс не считается, мам. Ну так здесь 1, 2, 3, 4, а не 5. Все равно, здесь по одному это получается 4, но никак не 5. Неправильно сделал. 2 и 3 единицы, это 5. Короче, пишет он, как попало. От фонаря. Клеток вообще не видит. Пиши. И балуюсь.